Сенсационное открытие сделали сегодня американские астрономы. С помощью космического телескопа Кеплер они обнаружили планету, похожую на Землю. И если эти данные подтвердят и другие исследования, это будет означать настоящий переворот в изучении Вселенной. Подробнее о новой планете, похожей на Землю. В материале Сергея Псурцева. Американское аэрокосмическое агентство НАСА доложило об открытии за пределами Солнечной системы экзопланеты, на которой возможно существование воды, а соответственно и жизни в привычном для нас смысле. Планету назвали Кеплер-22b в честь великого астронома Кеплера, имя которого носит и космический телескоп. Радиус планеты почти в 2,5 раза больше нашей Земли. Она совершает полный оборот вокруг своего Солнца за 290 дней. Это Солнце чуть меньше и холоднее нашего, но сопоставимо с ним. Телескоп Кеплер уже пару лет наблюдает за определенным сектором космического пространства, в котором около 100 тысяч звезд. Технология открытия планет уже отработана. Телескоп НАСА ищет малейшие изменения яркости звезд. Оно случается, когда перед звездой проходит некий объект. Это называется транзитный метод. И если этот эффект повторяется минимум 3 раза подряд, то этого достаточно, чтобы признать наличие там планеты. Планета Кеплер движется вокруг своей звезды почти на таком же удалении, как Земля вокруг Солнца, посередине так называемой обитаемой зоны, где диапазон температур совсем небольшой. Ученые пока не определили структуру планеты. Она может быть как твердой, так и жидкостной или даже газообразной. Однако можно точно утверждать, что речь идет о самой малой из известных науке экзопланет. Вот только находится она слишком далеко от нас, на расстоянии 600 световых лет. Так что добраться до нее мы пока не сможем. Сергей Псурцев, Илья Мартынов, ТВ-центр.